Учащиеся пензенских школ посетили концерт, посвященный 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. 20 ноября в Большом зале филармонии губернаторская симфоническая капелла выступила с программой «За лермонтовской строкой». Сегодня замечательный концерт, я считаю, на стихи Лермонтова, произведения, романсы, хоровые произведения, симфонические произведения, музыка Хачатуряна, музыка Чайковского и многих других. То есть это для детей, это знакомство с нашими традициями, потому что Лермонтов – наша традиция. Мы должны знакомить детей с нашими традициями, чтобы они перенимали их и несли дальше. Поэзия Михаила Лермонтова – неиссякаемый источник вдохновения для композиторов. Обладая необычайной мелодичностью, большинство стихотворений поэта прекрасно ложатся на музыку. Доказательство тому – несметное количество вокальных произведений на его стихи. Каждая композиция сопровождалась интересным рассказом о фактах из, увы, столь короткой жизни поэта и истории создания его великих произведений. С этой же программой губернаторская симфоническая капелла выступила вечером 20 ноября в рамках абонемента «Владимир Каширский представляет».